Вопрос, касающийся распределения средств из районного компонента, был адресован членам профильной комиссии районного совета Басарабяска, которые пришли к выводу, что он требует детального изучения, так как не хватает средств на покрытие расходов всех учебных учреждений района. Комиссия единогласно проголосовала за снятие этого вопроса с повестки дня, потому что он не подготовлен должным образом. Комиссия должна пойти во все школы и оценить объем работы и в какие суммы это выходит. Будет внеочередное заседание, где и будет распределен этот компонент, чтобы обеспечить баланс для каждого учебного учреждения. Среди советников были и те, кто придерживался иной точки зрения. Следующая сессия будет 10 июня, согласно вот здесь проекту, то есть через два месяца. У нас заканчивается учебный год. Этот вопрос, нам необходимо его рассмотреть. А то, что сказано было в аргументации, что не была проведена соответствующая работа, это абсолютно не является аргументом. У нас немного учебных заведений. Поэтому это неотложная работа, ее нужно рассмотреть сейчас. Предложение некоторых народных избранников заслушать на заседании уже бывшего начальника управления образования Веронику Гороба спровоцировало споры. «Мне бы хотелось услышать мнение госпожи Гороба, которая лучше знает ситуацию, послушать ее рекомендации и потом обсудить». Ставлю вопросы, как поступили, так и ставлю дополнительно на голосование. У меня голосование с предложением заслушать начальника управления. Давайте заслушать. Почему вы не даете слово? Я вот не могу понять это. Чего вы боитесь? Давайте определимся с повесткой дня дополнительными вопросами и поставим на голосование. Должна она отчитываться, если не должна отчитываться. Позицию председательствующего на заседании некоторые советники расценили как политическую игру. Наша коалиция «Социалисты, коммунисты и либерал-демократы» создана для продвижения своих эгоистичных интересов. Успокойтесь, люди добрые, дома решайте все, а здесь не делайте скандал. Как отметил Николай Николаев, слово госпоже Гороба предоставлено не будет. С Горобой вопрос, как я понял, она не хочет уже выступать. Переходим к третьему вопросу. Господин Гузу. Вы ей не дали слово. Я не дам ей слова, ее нету в повестке дня. Поэтому говорите так, а не то, что она не хочет выступать. Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь, в свою очередь, заметил, что предыдущее распределение средств между учебными учреждениями района было неправильным. Так как я сказал на сессии, мы не доработали этот вопрос, так как прямо перед сессией были заявки от каждой школы по 500 000, по 300 000, и у нас в районных компонентах 1,5 миллиона, а запрос пришел на 3,5 миллиона. И для того, чтобы мы конкретно посмотрели по каждой институции и школе, что конкретно нужно, потому что распределение денег, у меня есть бумажка, где какой школе конкретно сколько распределяли, я считаю, что здесь было сделано несправедливое распределение денежных средств. Вот, допустим, школа в Садоклее 60 000 за 3 года. Вообще не выделялась. Исалийская школа 300 000 с чем-то где-то примерно было освоено за 3 года. Пушкина 2014-2015 год лицей вообще не выделялась ни одной копейки. Матей Басараб 2 с чем-то миллиона. Вот сравните разницу, где ничего не выделяется, а где выделяется миллионами. После бурных обсуждений вопрос о распределении средств из районного компонента был снят с повестки дня. 4, 5.